Российский офис Hyundai празднует большой производственный юбилей. Ровно 10 лет назад был открыт завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге. Интересно, что поначалу на этих мощностях планировали выпускать всего лишь 100 тысяч автомобилей ежегодно. Однако ажиотажный спрос на корейские автомобили российской сборки заставил вдвое нарастить объемы производства. Стоит отметить, что предприятие всегда гордилось высокой локализацией производства, так как многие поставщики компонентов обосновались неподалеку. А в скором времени уровень локализации поднимется еще выше, благодаря запуску завода по производству двигателей. В этом году мы отмечаем десятилетие нашего завода Hyundai Motor Manufacturing Rus, который выпускает по-прежнему самые востребованные две модели на отечественном авторынке. Конечно, наш внедорожник Hyundai Creta и наш седан Hyundai Solaris. С Solaris, собственно, начиналось все. Это была первая модель бренда Hyundai, которая начала производиться здесь. И мы рады в ближайшее время предложить нашим покупателям специальную версию, посвященную 10-летию завода, которая оснащена самыми востребованными опциями по очень привлекательной цене. Особая версия Соляриса так и называется – 10 лет. Седаны из лимитированной серии снаружи помогут опознать характерные шильдики. Внутри, помимо надписи «10 лет», присутствует центральный подлокотник с боксом и регулировкой, USB-разъем для задних пассажиров и коврики на полу. К слову, спецверсии получилось сразу две. Первая создана на базе комплектации Active Plus. Она имеет дисковые тормоза сзади, полноразмерное запасное колесо, хромированную решетку радиатора и 15-дюймовые колеса. У руля есть регулировки по углу и вылету. Что касается версии, построенной из исполнения комфорт, то такой Solaris, помимо прочего, может похвастать парктрониками спереди и сзади, а также датчиком света и климат-контролем. Вся оптика, включая противотуманные фары, переведена на светодиоды. В юбилейную серию войдут всего 4500 машин, прайс-листы на которые будут опубликованы позже. Добавим, что Solaris участвует во всех четырех программах автокредитования с государственной поддержкой. Всего с июня по сентябрь субсидии получили более 18 тысяч клиентов Hyundai. 34% из них выбрали Solaris, а остальные – кроссовер Creta.